Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня четверг, 5 июля, в студии Светлана Звонарева и Влад Портнов. Мы вам желаем хорошего, доброго летнего утра и продолжаем следить за играми чемпионата мира по футболу. Правда, в Казани осталась всего лишь одна игра, но тем не менее стараемся показать Казань гостям столицы Татарстана во всей красе. О том, какие сувениры на память они увозят, и о многом другом сегодня в нашей программе. Чемпионат мира по футболу продолжается. Какие сувениры увозят с собой гости Казани? Приятного аппетита! Готовим куриные наггетсы. На заметку. Как создать в квартире интерьер в стиле конструктивизм? По наблюдениям казанских продавцов, туристы везут домой матрешек, ну и шапки-ушанки. Традиционно. Наше все. Но и татарские вещи и сувениры пользуются огромной популярностью. Смотрим сюжет. За время проведения чемпионата мира по футболу Казань посетили туристы из разных стран и городов. И каждый гость, пораженный красотой и гостеприимством столицы Татарстана, конечно же, хотел увести с собой ее частичку. Многочисленные островки с рукодельными поделками, национальными сувенирами, куклами, десертами дают такую возможность. Все, конечно, связано с международным мероприятием, как чемпионат мира по футболу. Очень много иностранцев, всех интересует сувенирная продукция. Как россияне, так и иностранцы очень любят покупать тюбетейки. Очень интересует кожаная мозаика, как один из древнейших видов татарского ремесла. Конечно, какие-то древние времена даже великие модницы из Парижа приезжали купить не только такую красивую, но и удобную обувь, потому что полностью сделана она из натуральной кожи. У продавцов свой рейтинг сувенирных продаж. Итак, помимо продукции с футбольной тематикой, гостей столицы интересовали ювелирные украшения, книги татарских писателей об истории города, посуда с исламской символикой и колоритная обувь. Иностранцы, конечно же, все равно Казань у них ассоциируется как Россия. Поэтому огромный спрос имеет шапки-ушанки. Для них это атрибутика России. Очень имеет большое значение для них деревянная посуда. То есть это хохлома, в свою очередь. И матрешки. Но без матреши, конечно же, никакой праздник не состоится. Каждый, любой иностранец хочет увезти с собой на память матрешку. Неизменным и очень популярным символом-сувениром города остается кот Казанский. Его история вызывает у туристов интерес и множество вопросов. Во времена правления Елизаветы Петровны, один из древних городов Руси, охватили мыши. Было принято решение прислать в этот город всяких разных котов, для того, чтобы депортировать их потом обратно. У котов была на шее бирочка небольшая, да, из какого он города. И оказалось, что казанские коты были самыми ловкими. Они ловили больше всех мышей, и поэтому для сохранения научной библиотеки в Санкт-Петербург, где хранились очень редкие книги, Елизавета Петровна приказала доставить около 30 котов для того, чтобы они тоже изловили мышей, которые и по сей день обитают в Эрмитаже. Важно похаживать там по ночным залам. Туристы возвращаются домой, увозя с собой самые теплые воспоминания о Казани, тысячелетнем городе с удивительной историей и прекрасным настоящим. Я татарин! Ну и в продолжение творческой темы у нас в студии мастерицы на все руки, делающие прекрасные вещи из разных материалов. Светлана Шиховцева-Смолина и Юлия Магонова. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, каким рукоделием вы занимаетесь? Мы видим здесь несколько вариантов, да? Подробности, пожалуйста. Я занимаюсь лепкой цветов из холодного фарфора. И по-другому названию это полимерная масса. То есть это то, что мы сейчас видим? Да. Это рукотворные цветы. Я думала, это настоящие цветы, живые. Они из фарфора сделаны? Они сделаны из полимерной массы в народе, которая именуется холодный фарфор. Каждый лепесточек выполняется вручную, тонируется краской. Это все полностью ручная работа. Какая красота. Я действительно думаю, что это живые цветы. Как, это же такой кропотливый настолько труд. Вот сколько уходит, допустим, вот, ну, возьмем самый маленький вот тот розовый цветочек?
Ну, поначалу времени уходит достаточно много, от 2 до 3 часов на один цветочек, только на один бутон. Со временем, с опытом, скорость возрастает. Сейчас, допустим, у меня на одну розочку уходит примерно около часа. Это искусство, это ремесло, как этому научиться? Я называю это рукотворчество, то есть это такой термин, это не рукоделие, это творчество, совмещенное с ручной работой, полностью вкладывая свою душу, свое сердце и свою любовь. Ну, как правило, да, такие вот сделанные собственными руками, они хранят, как говорят, тепло человеческих рук. Вот мы еще видим, тут у вас стоят подсвечники. У нас тут романтика организовалась. Это, да. Из чего они сделаны, как они вообще, сколько времени на них уходит, и, да, где этому тоже, как этому учиться? Подсвечники сделаны из натурального дерева, из массива дерева. Это разные породы древесины, начиная от липы, ясеня, заканчивая сосной. Разнообразное абсолютно дерево. У меня есть свой мастер, который делает заготовочки, и по ним я уже выполняю роспись. То есть, тут, здесь то есть пока они не расписаны еще, это тоже заготовка? Да, это, ну, можно сказать, что они могут в таком виде пойти уже, как бы, в готовое изделие, а можно еще дополнительно расписать. Так, Светлана, вы чем можете похвастаться? Ну, я могу похвастаться тем, что я вот как раз у Юли обучалась лепке как раз холодного фарфора, причем я увидела, что лепят где-то, наверное, 5 лет тому назад, и я поняла, что мне очень хочется этому научиться, но как-то вот не складывались обстоятельства. И так произошло, что в какой-то момент вот эта мечта, она наконец-то воплотилась, и я, правда, почувствовала, что это абсолютно мое. Плюс еще я психолог по профессии, да, и я поняла, что когда ты каждый вот этот лепесточек, да, они не похожи друг на друга, раскатываешь у себя на ладошке, у тебя происходит какая-то очень глубокая психологическая работа. То есть это прям вот такая арт-терапия. То есть я, когда долепила первый свой цветок, я посмотрела на Юлю и сказала: ты знаешь, у меня такое ощущение, что я сейчас с психологом поработала, часа два так хорошо, и у меня что-то ушло. И она говорит: да, ты знаешь, у тебя правильное ощущение. Да, то есть говорят, вот вязание, допустим, успокаивает. Да, вот наверняка тоже какое-то творчество. Да, да, да. Отвлекает, кого-то от успокаивает мыслей. Рыбалка, кого-то, кого-то успокаивает прополка своего огорода. Так, мы после рекламы еще немножко полепим, да, с вами? Мы это да, все продемонстрируем. Конечно. Еще один вопрос. А для кого это делается? Это делается в качестве подарка для любимой женщины? Или это исключительно для себя, и у вас просто дом заставлен своими работами? Ну, я могу про себя сказать, что так как я пока на первоначальном этапе, я сейчас делаю для своих близких пока что, да, то есть я уже одну композицию подарила, вторую композицию я сейчас леплю, да, но у меня есть такое ощущение, что это когда-то, может быть, превратится даже в мое дело. Ну, да. То есть самое главное – целевая аудитория. Целевая аудитория – это... Кто? Ну, наверное, Юля лучше ответит. Ну, это в первую очередь люди, которые неравнодушны к искусству, к творчеству, которые следуют зову души, возможно. Мужчины, которые хотят порадовать своих женщин. Это невесты, которые любят свадебные букеты, кстати, которые не увядают. Шикарно, да. Да, это для каких-то мастерских творческих студий композиции для интерьера. То есть здесь полет фантазии, он не ограничен. Вот я еще подумала, свадебный букет, представляешь, если его сделать, это же память. Он может остаться на всю украшение. Жизнь, я правильно понимаю? Он никогда, как не хранится. Он никогда не увянет, он хранится годами, десятилетиями. Замечательная идея. А есть ли коллеги-мужчины, кто занимается такими произведениями искусства? Да, коллеги есть. В Казани их нет. Я знаю, что есть в Москве очень известный в своих кругах мужчина, который организовал школу лепки. Он за границей очень известен. И, ну, не только он. Есть мужчины, да. И вообще это умиляет, когда мужчина занимается. Это просто прекрасно. Когда мужчина, да, вообще чем-то занят, это очень умиляет. Особенно, когда это еще финансово как-то. Не просто пришел с букетом, да, купленным в магазине. А своими руками. Своими руками. После рекламы мы попробуем своими руками что-то сделать. Оставайтесь на ТНВ. Светлана, это вам. Ой, спасибо большое. Но это сделал не я, это сделано наши гости. Я по инерции понюхала, потому что они настолько естественные, как настоящие цветы. Так, мы сейчас будем обучаться этому рукоделию вместе с вами. А вот все, что есть здесь на столе, мы попробуем повторить. Что для этого нужно? Какие материалы? Материал используется, я использую в лепке материал двух видов. Это тайская, Таиланд делает глина, и японская. Соединяя их, получается настолько нужная консистенция, которая ведет себя в лепке и при застывании очень хорошо. Это, ну, как бы опытным путем выведена, ну, пропорция определенная. Вот, и для разных цветов, соответственно, разные цвета. Разные пропорции, разные цвета. Ну вот давайте, внешне это похоже на пластилин, но чем отличается вот по ощущениям от пластилина?
По ощущениям, глина намного мягче пластилина, она более воздушная, более приятная, более такая медитативный такой материал, когда ты в процессе лепки ощущаешь себя творцом, и ты погружаешься в этот процесс настолько, что уже не можешь спокойно воспринимать реальность. Погрузимся в процесс и начнем. Да. Ну, материал... достаточно приятный, как я сказала. Инструментов сейчас необходимо минимум для того, чтобы просто показать сам принцип. Нужно оторвать, как бы отломить кусочек достаточный для того, чтобы сделать какой-то размер лепестка или цветочка. Скатать его в шарик. Из шарика сформировать такую капельку. Затем эту капельку нужно расплющить. Насколько это возможно, сделать пальчиками. Взять такой инструмент, он называется стек с шариками, у мастеров он называется просто булька. Вот. Они разных размеров существуют для определенных размеров. И далее мы начинаем эту глину на ладони растягивать, раскатывать в разные стороны, придавая форму лепестку такую, как мы хотим, и толщину регулируя настолько, чтобы у нас был наиболее естественный лепесточек получился, но чтобы он еще не успел порваться. Вот таким образом примерно это происходит. Но здесь нужно еще уточнить, что в конечном итоге получится вот что-то примерно вот такое. То есть это будет много-много-много таких лепестков. Много-много, да. Да, вот оно. Они, видимо, крепятся. Да, они крепятся на основу. Да. Вот. Затем, когда мы раскатали до желаемой толщины, мы укладываем лепесточек в молд. Это называется молд силиконовый. И второй половинкой придаем ему нужную фактуру. То есть прожилки, повторяю... И что происходит? Вот, получается, после этого действия? Когда мы его вынимаем... Он получается настоящий природный. Да. Итак, сколько раз? Раз, два, ну, больше 200. Да, сколько вот сюда нужно, вот в этот цветок, допустим, сделать вот таких лепесточков? Да, допустим, в такой розе около 30 лепестков. Зависит от цветочка. Есть, например, лютики садовые, ранункулюсы, там 120-110 лепестков необходимо, чтобы сделать красивый бутон. Ну, вот вообще, вот это занятие, вот я чисто с финансовой точки зрения, не затратное. Как я вот посмотрю, действительно, минимум материала, минимум инструментов. Да, поначалу, возможно, чтобы купить все инструменты и материалы, это затратно выходит. Но потом, когда ты уже погружаешься в процесс, когда у тебя появляются свои определенные заказчики, то, в принципе, все это окупает и процесс... А с детьми? С детьми можно ли вместо пластилина вот найти такие материалы и с детьми... Творить да. цветочки, что-нибудь подобное. Да, вот мои этот дети. Цветочек на самом деле лепила моя 11-летняя дочь. То есть, вот, это она... Я думаю, где-то классное. Надо на уроках труда взять на заметку конечно. Вот это занятие. Не просто человечков делать, да, которые как бы не особо-то похожи. Которому действительно потом пригодятся в жизни и просто доставляют радость. И когда ребенок принесет маме вот такой цветочек, будет гораздо приятнее. Спасибо большое. Мы... Обязательно примем на вооружение ваши технологии, ваши идеи. Ну и постараемся, что... Они пойдут в народ. Ну а пока у нас традиционное время гороскопа в нашей программе. Приступаем. Итак, у Овнов сегодня возможно повышение уровня раздражительности, нервозности, увеличится риск заболеваний. Избегайте стрессов и помните, что спокойствие – лучший способ избежать серьезных болезней. Ну а как обзавестись этим спокойствием, мы вот только что обсуждали. Тельцам нужно постараться сохранить приподнятое настроение в течение дня. Также постарайтесь извлечь пользу из происходящего. Избегайте неоправданных рисков. Близнецы, сегодня вам придется пожинать плоды прошлого. В целом день не принесет значительных изменений. Посвятите себя учебе, умственному либо практическому труду. Раки, вас ждут новые знакомства в коллективе, что существенно повысит интерес к работе. Вы получите возможность раскрыться, научитесь работать с новыми партнерами. Ну а также гороскоп советует разделить свои полномочия с коллегами, и тогда у вас останутся силы на решение личных проблем. Львы, если вы любитель плести интриги, то можете попасть в зависимость. Меняйте тактику, подстраивайтесь под изменившиеся обстоятельства, и вы достигнете намеченной цели. Дева ждет день активный, наполненный творческой энергией, результаты которой вы так долго ждали, наконец-то сегодня появятся. Сегодня подходящий день для достижения успеха в профессиональной и творческой деятельности. Ну что ж, наша программа продолжается, и мы предлагаем вам познакомиться с афишей программ ТНВ на сегодня. Вам будет из чего выбрать.
Металл одновременно нерушимый и податливый, способный перенимать любую форму и сохранять ее на века. Как в старину создавалось холодное оружие? И какие секреты мастерства дошли до современных кузнецов? Каравай сегодня в 13:00. Об этой книге не прочитаешь в интернете. Ее нельзя купить в книжных магазинах и взять в библиотеках. Букинистическая редкость, доступная лишь избранным. Вы можете увидеть ее сегодня, фолиант в столетнем переплете. Сегодня в 14:45. Журналист обязан постичь профессию, которую он пишет. Узнать ее изнутри. Ну, как говорится, влезть в эту шкуру. Какую шкуру? Ну, в данном случае, в шкуру морского волка. Тебе что, китель нужен? Мне? Да. А, да нет, что вы. Я согласен простым матросом. Коком пойдешь? Пойду. Кем? Поваром. Я вспоминаю «Жизнь, море». Все эти песни в исполнении Юрия Антонова звучат в этом фильме. Он стал первой работой музыканта в кино. «Берегите женщин» – кино, которое любим. Смотрите сегодня в 21:00 на ТНВ. И снова здравствуйте, и мы продолжаем. Лето – хорошее время не только для отдыха, но и для ремонта. Ну и вот вам несколько идей. Доброе утро! Для оформления стиля конструктивизм нужны четкие геометрические формы. А внести нотку элегантности поможет хрусталь в стиле арт-деко. Смотрите! Чтобы создать гостиную в стиле конструктивизм, необходимо обеспечить естественное освещение в комнате, добавить сдержанный декор, используя светло-нейтральные оттенки и, конечно, четкие геометрические линии. Данный интерьер не стоил таких больших затрат по материалам. А в основном мы небольшой акцент, конечно, делали на то, что если по ценникам рассматривать, то багеты у нас ушли по цене достаточно хорошо. А как раз таки стены мы взяли в таком среднем чеке, чтобы в дальнейшем можно было и не жалко было просто переделать. То есть изменить и цветовую гамму, то есть этих стен. Дальше, если мы здесь посмотрим, то основной акцент можно сделать на кирпичную стену. В кухне преобладает современная техника. Также предусмотрен островок, в который в нужный момент может послужить обеденным столом, а журнальный столик превратится в место отдыха. Данное помещение уже получилось более акцентное и сочное, в отличие от предыдущей большой комнаты. А здесь у нас за основу берутся ромбы. То есть это и положило начало данной комнате. А от него уже пошел весь текстиль. А если мы посмотрим, можно увидеть о том, что здесь очень легко можно трансформировать именно саму комнату за счет цвета. Мы также взяли нейтральные стены, но за счет декора можно все обыгрывать. Для уюта мы добавили бра с хрусталем. И для увеличения самой площади визуальной мы взяли шкаф-купе с зеркалами. Полный рост. В ванной комнате изящно решена проблема хранения. В мебели и сантехнике также прослеживаются четкие геометрические формы. Дополнительно их можно подчеркнуть за счет использования одного основного цвета. Меня устраивает вот этот белый фон. Он успокаивает, он никогда не надоедает. И он как раз-таки, как для творческого человека, является белым полотном, где можно творить и каждый раз что-то трансформировать. Нам очень нравится, очень комфортно. Мы всегда мечтали о такой светлой квартире для нашей маленькой семьи. Конструктивизм – это строгая геометрия, четкое цветовое деление и практичность. Поэтому выбор такого стиля делают молодые и активные люди, где внешняя сдержанность раскрывает богатство внутреннего мира владельца квартиры. Знаешь, Влад, вот мне кажется, что все футбольные болельщики, приехавшие в Россию, просто в восторге перед Казанью, перед красотой этого города. Ну, а у тебя были сомнения? Нет, конечно. Нет, конечно. Поэтому давайте посмотрим, как они гуляют по улицам нашего города. Color in your cheeks.
you, Socceroos! Очень жаль, что этот праздник скоро закончится. Но, тем не менее, уже завтра в пятницу в Казани сыграют в четвертьфинале команды Франции и Уругвая. А 7 июля ждем четвертьфинал Россия-Хорватия. Его можно будет посмотреть на больших экранах в фан-зоне. А вот о том, чего нам стоит ожидать от игры нашей сборной и каков он, современный российский футбол, мы узнаем у нашего сегодняшнего футбольного эксперта. У нас в студии Валерий Поканинов, заведующий кафедрой футбола и хоккея Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Валерий Борисович, вот как эксперт, оцените игру нашей сборной вот на чемпионате 2018 года. И вот что, эти победы что, либо качественные изменения, или, ну, просто везение? Ну да, в современном спорте, особенно в игровых видах спорта, доля везения присутствует. Но я бы не склонен был все с, как бы, ссылку на везение. Потому что наша сборная показывает довольно-таки хороший футбол. С тактической точки зрения дисциплинированы. Групповой этап прошли мы, я думаю, что удачно, забив 8 мячей. Поэтому я думаю, что сборная России своим трудолюбием и своим отношением к данному турниру, да, показывает хорошие результаты. Я считаю, что это достойные результат. Валерий Борисович, честно скажите, вот перед матчем честно, с Испанией, перед матчем с Испанией, верили, что наши смогут одолеть испанцев или нет? Ну вот тактическое построение, да, игры. Если мы на групповом этапе преобладала больше, конечно, тактика 4-2-3-1, то с испанцами Станислав Черчесов выбрал более оборонительную тактику. Сейчас мы переведем, значит, 4-2-3-1, это больше меня, в атаку. Пожалуйста. Это больше в атаку. Не забывайте, что я тут участвую в диалоге. А с испанцами сыграли более закрытый футбол, то есть 5 защитников, 5 центральных, 3 центральных защитника. Усиление защиты было, даже я поняла. И тем не менее, выдержали наши игроки тактическую установку, дисциплина, самоотдача, трудолюбие. Я еще могу сказать, подчеркнуть о том, что сборная России действительно дисциплинированная команда, и такое ощущение единения есть. Единение всей команды. Это, вот, кстати, то, за что критиковали часто и клубы российские, и сборную российскую, за недостаток самоотдачи и недостаток старания. В матче с Испанией это были просто 11, я не знаю... Бойцов. Хотя, конечно, не надо было терпеть, надо играть. Терпеть нельзя. Но, тем не менее, как история свои показала. Плоды это принесло все-таки, конечно, эта тактика. Конечно. Хорошо, но теперь перед матчем с Хорватией, мне, честно говоря, кажется, что мы попали в такую психологическую ловушку. Потому что до начала чемпионата вроде как бы никто не верил. Поэтому победа над Саудовской... А теперь уже хочется большего. Так подожди, там даже двойная ловушка получилась. Значит, потом Саудовская Аравия, мы их побеждаем, уверенно. Египет побеждаем, все хорошо. И вот теперь мы начали верить в нашу сборную. Теперь мы всех победим. Попадаем на Уругвай, проигрываем 3-0. Опять не верим. Верим, не верим. С Испанией, как-нибудь сыграем. Вышли и победили. Теперь перед матчем с Хорватией мы опять вроде бы все верим. Полны надежд. Что вы думаете? Я хочу сказать, что в 2007 году в отборочном цикле к чемпионату Европы мы тоже не верили в хорватов. Они взяли, обыграли Англию и дали нам путевку в чемпионат Европы, вот где мы стали... Что и настораживает нас. Где мы стали третьими, да. Но, тем не менее, сборная Хорватии – это очень серьезный соперник. Там есть такие игроки Барселоны, Реала, да, значит, Лука Модрич, это Ракитич, это Бадель, это Манджукич и Субашич в воротах. Поэтому задача такая, на мой взгляд, все-таки мы не будем в закрытый футбол играть, как с испанцами. То есть у нас будет преобладать дисциплина в обороне и быстрый переход в атаку из обороны через фланги. Я думаю, что и достойно сыграть. И я думаю, что мое мнение, что мы сможем одолеть сборную Хорватии. То есть игра будет открытая, и она будет интересна не только россиянам, но и всем зрителям в том числе. Да, нельзя говорить, что вот мы как бы трусливую тактику избрали тогда. Ни в коем случае. То есть будем играть на равных. Конечно. Сборная Хорватии очень достойный соперник, я могу сказать, что. И раньше были игроки, которые... Я могу сказать, что в РФПЛ все говорят, плохая и слабая лига. 14 игроков на чемпионате мира представляют свои сборные, которые играют у нас на равных. И Муса, это и Азмун, наш, так скажем, казанец. Поэтому я хочу... И Чарлука, который стал чемпионом России в сборной Хорватии, в составе сборной Хорватии. Я думаю, что мы достойно должны
выглядеть на этом фоне. В интернете появилась шутка, значит, что перед матчем с Хорватией нам нужно опасаться Модрича, Ракитича и Игнашевича. После рекламы мы продолжим говорить и о сборной России, и Хорватии, о том, что нам ожидать от этого матча, и самое главное, какие главные итоги будут этого чемпионата мира по футболу. Оставайтесь на ТНВ, мы продолжим этот интересный разговор. Продолжаем говорить на тему футбола, продолжаем разогреваться. Мы не останавливались, кстати, еще за кадром обсуждать. Так, значит, первое, мы вам сейчас предлагаем предположить счет матч Хорватия-Россия. С каким счетом закончится эта игра? Да, ну вообще прогнозы – это дело неблагодарное. Неблагодарное, очень неблагодарное дело. Но я все-таки патриот своей страны, своей родины, да, поэтому я считаю, что и чисто с тактических соображений. Я думаю, что 1-0 мы должны выиграть. 1-0, хорошо. 1-0, да. И давайте тогда попробуем предположить, кто же выиграет чемпионат мира, кто поднимет кубок над головой. Ну вот, кто вышел в четвертьфинал, возможно. Кроме России, Валерий, нет, кроме России, вот еще на кого вы ставку делаете? На данный момент каждая команда, пока не прозвучал финальный свисток, она имеет шансы на победу, в том числе и Россия. Судя по всему чемпионату, сколько сюрпризов он приподнял. В том числе и Россия. Конечно, надеемся, верим. И будем болеть за нашу страну. Ну, хорошо, сейчас я попробую с другой стороны подойти к этому вопросу. А кто вам больше всего понравился из нынешних четвертьфиналистов? Бразилия, Бельгия, Франция, Уругвай? Англия, ну, бразильцы показывают хороший футбол. Вот увидим мы, в Казани повезло, конечно. Я вчера уже наблюдал, сколько болельщиков сюда приехало. По городу гуляют. И вообще позитив в течение месяца, я говорю, потому что Россия проводит феноменальный чемпионат мира. И болельщики об этом говорят. Поэтому я думаю, что бразильцы показывают более такой привлекательный футбол. Ну, у них на атаку и креатива много. Ну, мы поняли, вытянул. Ну, и самый главный итог в завершении нашего разговора. Большие турниры, в том числе чемпионат мира по футболу, они преследуют цель, ну, кроме коммерческой, цель популяризировать свой вид спорта. Конечно, и привлечь молодых ребят. Как вы думаете, конечно, Татарстан и казанские ребята, будет ли какое-то вот новое поколение через год, через два, которые придут в футбол играть так же, как Неймар, Месси и так далее? Вот вы задали вопрос, в принципе, и вы ответили на него. Почему? Потому что FIFA, правильно говорят, FIFA, UEFA, то есть они делают все, чтобы популяризировать футбол в каждом уголке нашей необъятной мира, так скажем, нашей земли. Ну, а в России, да, популяризация футбола, я думаю, даст толчок развитию футбола. У нас, я хочу сказать, что развивается Академия Рубин довольно-таки хорошими темпами. У них выстроен с методической точки зрения хороший учебно-тренировочный процесс. Есть ребята перспективные. Я думаю, только надо им дать, конечно, путевку в жизнь. Будем верить, что через энное количество лет. У нас будет целое поколение звезд. Я тоже верю в это. Мирового уровня. Конечно. Валерий Борисович, спасибо большое за разговор. Будем вместе болеть за нашу команду. Мы наслаждаться этим чемпионатом. Обязательно. Спасибо. Поговорили о спорте. Нужно подкрепиться. А теперь, да, нужно подкрепиться. Замечательный рецепт у нас в программе. Смотрим. Сегодня мы приготовим куриные наггетсы по диете Дюкана и салат с яблоками и сельдереем. Готовим курицу. Говоря о пользе куриной грудки, важно сказать, что в среднем 100-граммовый кусочек филе содержит 23 грамма белка, 2 грамма углеводов и 1 грамм жира, и всего 113 килокалорий. Поэтому это идеальный продукт для спортсменов и людей, придерживающих низкоуглеводную диету и здорового питания. Сейчас мы курице добавим йогурт и специи по вкусу. Оставляем курицу промариноваться на 30 минут и займемся панировкой. А сейчас смешаем измельченные отруби с сыром. Наша панировка уже готова, курица маринуется, а пока займемся салатом. Почистим и измельчим сельдерей, яблоки и грецкий орех.
курицу, а сейчас нарежем ее на мелкие кусочки. Добавим пару ложек йогурта и специи по вкусу. Сейчас вернемся к наггетсам. Возьмем куриное филе и обмакнем в панировку. Отправим наши наггетсы в разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Как только кусочки курицы приобретут золотистый оттенок, выложите их на тарелку и подавайте немедленно. Наш здоровый салат и наггетсы готовы. Вкусно получилось. И снова здравствуйте. Мы продолжаем сейчас в нашей программе розыгрыш. Мы разыгрываем вот этот билет на пляж Ривьера. Он достанется тому, кто ответит на простой вопрос. В прошлом году в одном из райцентров вблизи Казани открыли новую набережную и шикарный пляж, который сразу же поставил рекорд посещаемости – 20 тысяч посетителей за сутки. Название пляжа – Камское море. А каково название райцентра, где расположен этот пляж? Видимо, это море. Это море, да, видимо, честно. Жители этого как раз вот района Татарстана должны позвонить и ответить. Это про вас. 570-50-75, телефон прямого эфира, дозванивайтесь. Ну и пока мы слушаем правильные ответы, поговорим на тему серьезную, юридическую. Юридические советы прямо сейчас. Доброе утро, Руслан Эмильевич. Здравствуйте. Словосочетание «брачный контракт» слышали все, но, я думаю, немногие представляют, что это такое. В чем же суть брачного контракта и что там обычно прописывают? Брачный контракт служит защитой имущественных прав супругов. В нем прописывается, какое имущество остается за супругами после расторжения брака. Из юридической практики. Кто обычно составляет такие договоры и кому об этом стоит подумать? Обычно данного рода контракты составляют люди, которые переживают за свое имущество, когда, возможно, брак будет расторгнут. Либо данного рода договоры заключают иностранные граждане, которые заключают брак с гражданами Российской Федерации. Так как для граждан других стран заключение подобного рода договоров – обычное явление. Ну что, спасибо большое. Будем надеяться, что ваши советы упростят кому-то жизнь. 570-50-75, телефон прямого эфира. Где же находится Камское море? Сейчас будем узнавать. Доброе утро, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Алевтина. Да. Ага, Алевтина, где находится Камское море? Что-то даже сомневаюсь, конечно, в Лаишево, что ли. Лаишево? Вы уверены? Вы уверены там... или уверены? Лаишево, наверное. Лаишево. Наверное. И это... Абсолютно. Да, правильно, ответ. Да. Так да, что этот Лаишево, билет конечно. Уже в Казанскую Ривьеру достается вам. Погода как раз благоволит. Так что поздравляем вас. Ну и на Камское море тоже, пожалуйста, спасибо. Не забудьте съездить и насладиться видами. Хорошо. Так, сейчас мы посмотрим еще один сюжетик. После этого у нас будет еще один розыгрыш. Поэтому оставайтесь с нами. А пока послушаем очень серьезные разговоры от серьезных, как всегда. Людей, от серьезных людей. Вот сейчас не до шуток будет, внимание. Платье одевают на праздники только девочки и превращаются в принцесс. У платья есть рукава, юбочка, украшения, и чтоб оно не помялось, его вешают в шкаф на вешалочку, а то оно станет мятое, как у ведьмы. Я люблю длинное платье с бабочкой на поясе. Чтоб там написано «I sell». Красивое платье надевают на праздник, на день рождения. И потом превращаются в принцессах. Когда не будет 20 лет, я включу 100 платьев. И буду самой красивой девочкой.
платье носят только девочки, потому что они девочки, а мальчики не носят платье, потому что они мальчики. У мамы платье длинное, потому что она большая, а у меня чуть-чуть не длинное платье, потому что я еще маленькая. Самое красивое платье Эльза и Ан, потому что они играют в Эльзу и Ан. Ну, платье у них, они чуть-чуть настоящие, потому что они тоже чуть-чуть настоящие. Платье похоже на треугольник с блестками, сердечками и звездочками. Оно продается в магазине одежды для кукол и для девочек. Платье одевают только летом, потому что весной и зимой холодно, идет дождик и листики. Платье любят все девочки и куклы. Платье – это очень красиво. Да, мне вот интересно понравилось рассуждение. Платье надевают только девочки, и платье любят все девочки и шотландцы. И шотландцы, да. Но здесь нужно уточнить, или шотландцы – девочки. Ну, тоже. Ну, правда, это не совсем платье, это юбки. В общем, платье – это красиво. Юбки-килты. Да, еще поговорим сейчас об одной девочке. Да, у которой тоже будет очень красивое платье, у нас нет никаких сомнений. В скором времени, да. Сейчас в нашей программе очередной розыгрыш. Мы разыгрываем вот этот билет на концерт Нюши. Он достанется тому, кто ответит на следующий вопрос. Каким видом спорта занимается сестра Нюши? Ее зовут Мария Шурочкина. Каким видом спорта? Кстати, она занимается им не одна. Это уже подсказка. Кстати, она здесь уже была. 570 занималась 50-75. Дозвонитесь. 570-50-75. Ну, а пока мы узнаем, что интересного происходит в Казани сегодня. Афиша событий. Доброе утро! Сегодня 5 июля, и вновь с вами Камила Хакимуллина. Прямо сейчас вас ждет рассказ о группе, которая приехала, чтобы порадовать вас сегодня вечером. Все подробности через пару секунд. Вчера приснился сон прекрасный. Москва. Группировка «Ленинград». Их новые хиты популярнее старых. Клипы за кратчайшее время набирают миллионы просмотров. И очевидный успех «Ленинграда» – заслуга оригинального вокалиста Сергея Шнурова и его команды. Вместе они составляют сумасшедшее, дикое и остроумное объединение людей, фанатов своего дела. Спектакль на татарском языке «Чудо-таблетка». Уволенный учитель химии Софи разработал лекарство от коррупции и хочет распространить этот препарат не только в своем районе, но и по всей стране. Но эта новость не вызывает положительных эмоций у руководства района. Вечер намечается просто отличный, но не будем останавливаться. Продолжайте нас смотреть, и вы узнаете, какую выставку вы можете посетить сегодня. Выставка «Передвижники» из собрания Государственной Третьяковской галереи. Экспозиция включает 57 произведений выдающихся художников второй половины XIX века и охватывает период в несколько десятилетий, наполненных творческими поисками и открытиями в сфере русской художественной культуры. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. До завтра и пока-пока! Спасибо, Камиле. Ну и мы возвращаемся к нашему розыгрышу. Был вопрос, с каким видом спорта занимается сестра Нюши, Мария Шурочкина. Она им занимается не в одиночестве, и она была в Казани недавно на чемпионате. Доброе утро, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Эльмира. Да, Эльвира. Ну, каким же видом спорта занимается Мария Шурочкина? Синхронное плавание. Синхронное плавание. Абсолютно верно. Да, да. И вот, да, за свои такие замечательные знания вам вот такой вот замечательный приз-концерт. Билет на концерт. Билет на концерт, да. Мы желаем вам хорошего вечера и хорошо провести время. Ну а сейчас мы продолжим астропрогноз. Итак, весы. Противоречивость происходящего потребует переосмысления того, что было сделано, обговорено ранее. Новые начинания ждут преграды, поэтому лучше завершить начатое. Не попадайтесь в ловушку истощения, лучше оптимизируйте нагрузки и не перенапрягайтесь в работе, и лучше... Питайтесь. Устройте себе сальсу. Дальше. Скорпионы. Внутренние ресурсы придется потратить на решение проблемных ситуаций. Вас ждут провокации и потери, не исключены эмоциональные нагрузки. Будьте внимательны к хроническим заболеваниям, они могут обостриться. Ну что ж сегодня все болеют-то? Позаботьтесь о своем здоровье. Гороскоп рекомендует стрельцам посвятить время окончанию неотложных дел, и тогда у вас появится свободное время для принятия правильных решений. Налаживайте новые связи, будьте решительны. Вам сейчас нельзя расслабляться и тем более позволять себе лениться. А жаль.
А жаль. Надеюсь, что приедут бразильцы к нам и расскажут о том, как нужно лениться профессионально. Они это умеют суперски. Значит, гороскоп для козерогов. До полудня постарайтесь не принимать серьезных решений в бизнесе. Обстановка неблагоприятна. Из-за вашего желания уйти от ответственности могут обостриться конфликты в профессиональных и семейных отношениях. Водолеи, ваше стремление быть самостоятельным и будут увенчаны успехом, однако в личной жизни начнутся препятствия. Будьте бережливы и построение в построении жизненных планов. Не забывайте о денежных средствах на поддержание, опять же, здоровья. Да, сегодня все подчинено сохранению здоровья. Рыбы, в скором времени вас ожидает доход, начало которого будет положено уже сейчас, через осуществление задуманного. Проявите решительность, успех ожидает вас, но учитывайте, что ваши ресурсы не бесконечны. Действуйте только по приоритетным направлениям. Ну что ж, и общий гороскоп для всех. Сегодня все подчинено сохранению здоровья для того, чтобы... А для чего? Для того, чтобы в субботу все эмоциональные силы отдать... Нашей сборной. Нашей сборной. Будем все болеть. Про погоду быстренько расскажем. Сегодня в Казани облачно с прояснениями, температура около 24 градусов. Ну и в течение дня возможны небольшие дожди. Зонтики можно не брать, я думаю, потому что дожди небольшие. Дождь, да, приятный. Вот будет. Что вы увидите завтра в нашей программе. Чемпионат мира по футболу продолжается. Как проходят в Казани яркие этнические концерты, посвященные этому событию? Приятного аппетита! Готовим бискотти! В стиле рисуем сочные винные губы. Это и многое другое. Завтра 8.10 на ТНВ. Утренняя программа. Здравствуйте. Ну а сегодня день вместе с вами начинали Светлана Звонарева. Влад Портнов. Увидимся в том же составе вместе с вами завтра на ТНВ. Ну а сегодня хорошего продолжения дня. Пока-пока. Удачи.